Здравствуйте, дорогие друзья, вы на канале Hardware.info. Сегодня я покажу, как же использовать данный монитор Dell UltraSharp на 24 дюйма. Так, первое, если мы подключили его через провод, просто в розетку, вот этот провод, мы можем включить. И здесь с помощью сенсорной панели, то есть у нас здесь кнопочки сенсорные, давайте включим его, нажимаем просто здесь на включение. Можем посмотреть уже им на HDMI, который нам нужен, да? Чтобы пользоваться этим HDMI, нам нужно или вверх, или вниз таскать данные пункты, чтобы выбрать именно какой HDMI нам нужен, именно какой слот. И чтобы подтвердить, нажимаем третью кнопку по счету, где показывается у нас подтвердить. Нажали, после чего мы выбрали HDMI. Чтобы уже именно подключить, нам будет нужен такой провод от HDMI, и подключить его будет нужно к нашему компьютеру или же монитору. Другому. На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь. До свидания.